Так, всем привет. Здравствуйте, Екатерина, мой единственный студент на этом потоке. Так, что хотелось бы сказать? Так, спасибо, что доделали первый экран. Очень плохо, что не сделали полноценно всю работу, потому что большую часть работы, будем честны, я уже сделал за вас, вот, вы только немного с ней поработали уже, ну, то есть ее допилили, вот. Первый экран и футеры, то есть, ну, то есть, точнее, второй какой-то главный экран, то есть какой-то информации футер, вот, к сожалению, вы не сделали. Я понимаю, там не было времени и тому подобного, но, то есть, было бы намного приятнее, сделай вы это все. Так, Safari, как я и говорил. У меня в Chrome кэш сохранился и до сих пор не хотят шрифты грузиться. Так вот, давайте посмотрим. Так, body tag убрать нужно. Уберите вы его, зачем он вам нужен? Так, body здесь тоже, footer, да. Хотели начать, но не начали. Вот, то есть лучше пустые теги такие закрывать тогда. То есть SVG. Ну, не сохранили как SVG, можно было сохранить как файлы и прийти ко мне. Вот я бы вам залил их на хостинг. Так, давайте, чтобы, то есть первым делом просто избавляюсь от этого визуального мусора. Вот, так, раз, так, это у нас будет arrow. SVG классы задавать неправильно немного. Так, arrow. То есть вы с ним ничего все равно практически сделать не сможете. Ну, без, наверное, с помощью простых стилей, а не с помощью JavaScript. Так, сохранили. Стоп, нет, не сохранили. arrow.svg. Ваш svg файл. Так, идем на наш хостинг. Я уже даже там. Замечательно. Как удобно. Так. Arrow.svg. Так. Выносим вот сюда. Копируем ссылку. У меня очень шустрый компьютер, поэтому копирую ссылку. Может, секунд 10. Так. Ай, есть. Вот так вот. Возвращаемся. MG. Это будет arrow. Возможно, вы какие-то стили еще добавили. Вот, собственно, наш arrow. Все хорошо. Ничего не мешает. Так, еще у нас Wind есть. Wind icon. Одну секундочку. Это тоже. С Wind сделаем то же самое. Раз. Так. Вот так вот. Одну секунду. Так, копируем и переносим. Так, секундочку. Icon, есть. Так, вот у нас получается наша иконка.
самом правильном месте. Так, дальше. Смотрим, что у нас еще есть. Это наша кнопка. Да, грустно, что вы даже мои наработки не все взяли. Одну секунду. Так, копии. Так, ну вот то же самое, только мы без мусора в исходных наших данных. Так, меню button. Меню вот само собой тоже принесли. Странно. Я же вам уже дал готовое решение. Вот, на гамбургер. Вот так. Сорси. Есть. Так. Ну и здесь. Хотя логотип взяли. Уже хорошо. Так, дальше. Первый экран, все есть. Так, смотрим наше фигло. Секундочку. Грузится. И сравним. Я прошу прощения за шум. У нас в этом помещении ремонт, поэтому вот так. Так, хорошо. Волны не добавили на фон. Да, волны не добавили. Так. Запутался. Фон добавили. Так, что еще? Это сильный курс обучения косе. Или косе. Так, записаться. Отлично. Вол нет. Изображение слайдера. Ну, вот предупредили, что не добавили. Цифры 0,1 нет. 8 метров в секунду. То есть черным цветом, хотя в макете у вас синий. Темно-синий. Вот, ну, цвет заголовка. Вот. Ну, вот здесь вроде как все правильно. Так. Ну, на самом деле, возникает ощущение, что вы, как бы, приоритет, ну, понятное дело, был далеко не на работу направлен. То есть у вас, а на то, чтобы сделать все быстро и, ну, кое-как это исправить. Прошу прощения, конечно. Вот. То есть давайте хотя бы 0,1 добавлю. То есть у нас есть своеобразный section, то есть который main page. А где у нас section? Вот он, first. Чтобы у нас было вот это вот, там возьмем 0,1. Цифру с салатовым цветом. Так, берем в любое место, ну, лучше после 8 метров в секунду ставим, ставим там, новый. Достаточно даже p.number. Вот, 0,1. Вот он у нас появился. Так, и в стилях пишем. .number. И в Figma есть такая замечательная вещь, как можно вот, то есть взять стили и просто их отсюда скопировать. То есть взять вот position absolute with height. Вот. With height. Отлично. Еще бы шрифт. А, ну это у нас кривые, поэтому на глаз придется. Font size 180 пикселей.
font weight bold. Так, ну вот он у нас получился. Так, position select button 0, right 0. Так, ну вот он у нас уже встал более-менее куда нужно. Так, теперь нам нужен цвет. Узнать, вот он цвет. Так, color, color. Раз. И так как у нас он скрыт, получается, наполовину под первым экраном, то есть, ну, на треть где-то, нам нужно button не 0 поставить, а минус, ну, там, 120 пикселей возьмем. Смотрим, куда он ставит. Вот. Окей, там 220. Чуть обновление. Так, ну вот уже что-то близко к правде. Возьмем 200. Наверное, так и получается. Вот, но мы видим, что у нас нижняя часть не скрыта. То есть у нас для скрытия, то есть того, что находится вне блока, есть специальное свойство стилей. Вот, оно называется overflow. Overflow hidden. То есть если у нас что-то накладывается или вываливается из экрана, то есть оно у нас, видите, скрывается. Так, padding button 50 пикселей, я поставил 50, да, 30. Это 0, чтобы у нас этот блок скрылся. Да. Так, padding button 0. И снова идем к классу first, button 250. Вот он, видите, у нас скрылся сразу. Right, возьмем 100 пикселей. Так, ага, у нас по правой границе, right, right, у нас примерно 50. Ну вот, позиционирование у нас примерно вот такое. Возьмем 230. Так, будет понятнее. А, что-то я перестарался. Ну и вот, вот наша единичка. Вот, то есть мы спозиционировали, получается, вот этот слайд. Вот, кнопка. Кнопки по состоянию на hover и так далее тоже, к сожалению, не стилизованы. Как вы видите, у вас в макете кнопка записаться, она, ну, надпись записаться относительно всей кнопки по вертикальному центру выровнена, а здесь нет. То есть она у вас, получается, вверх немного выдается. Вот. Ну, это вот такие вот замечания. И, к сожалению, вот, я работу не могу принять. Вот. Потому что, ну, то есть она не доделана. То есть она не доделана и даже не сделан первый экран полностью. Не говоря уже об остальном. Вот. Прям документ, конечно, комментарий поставлю. Ну, то есть поставлю сейчас работу. Вот, возьмите ее и просмотрите. Было бы хорошо, возможно, вне занятий, если бы вы просто доверстали хотя бы еще пару блоков. То есть просто сами бы взяли и просто доделали эту работу. Вот. Потому что если у вас цель научиться верстать, быть в состоянии верстать свои работы, то без самой собственной верстки вы ничего не сделаете. Вот. Ну окей, то есть так как это была единственная работа, спасибо вам, вот, что дошли до конца. Вот, удачи вам, можете писать в будущем, я не против. Всего доброго.